семена салата смесь сортов высевают в открытую почву в первой половине апреля. Также можно выращивать в тепличных условиях. Место для рассады салата смесь сортов выбирают хорошо освещенное с плодородной почвой. Можно вносить органические и минеральные удобрения. Урожай готов к употреблению с июня до конца августа. Листья окрашены в светло-зеленый оттенок. Они нежные, сочные и хрустящие. Они обладают большим количеством витаминов. К достоинствам сорта семян салата смесь сортов относят их неприхотливость в уходе, устойчивость к заморозкам и цветущности, а также большую полезность. Салат листовой смесь сортов – это травянистые. Его плоды созревают в месяц июнь, июль, август. Цвет плода зеленый, красный. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.